Здорово, ребят, с вами Алексей, а мы продолжаем прохождение The Evil Within. В общем, мы прибыли в какой-то домик. Ребята, у меня с вебкой проблема, вы понимаете, что с ней снимать у меня опасно? Я об этом писал, я об этом говорил в прошлой серии. Всякие рассинхроны, блин. То есть, они были, эти рассинхроны. И, короче, я буду снимать вот так. Черные полосы, которые были, они были из-за фрапса, по всей видимости, потому что я снимал фрапсом, как я уже говорил. Сейчас снимаю бандикамом, все вроде как окей, но вы сами видите, что с левой стороны вверху виден FPS. Не знаю, почему он видит вам. Итак, тут датчик движения. Хрен. А что с тобой делать? Так, как ходить пешком? Может, вот так? Если я прилюсь вот так, то я не запалюсь? А я не палюсь, тишина, окей. О, прикиньте, можно разрядить. Так, управление информацией, остановить стрелку. Синий успех, красный неудача. Если так, ловушка будет обезврежена, вы сможете разобрать ее на детали. В смысле? Я не успел даже ничего нажать. То есть, если я... Бля, ребят, эта игра не хочет нормально работать. А в ней есть как бы способ убрать, допустим, черные полосы, потому что игра становится узкой без них, очень узкой. А, лаунчеры всякие есть, уже сделали. Там еще можно поставить читы на бессмертие в этом лаунчере и все остальное. Я ставить, разумеется, не стал. Но игра почему-то сворачивается у меня сама по себе. Я ее переустанавливал, ставил другую. Она все равно сворачивается. Не знаю почему. Короче, обезвредить я ее не успел. То есть, если ты не сделаешь это сразу, то на второй круг стрелочка не пойдет. Она сразу бабахнет. Окей, будем иметь в виду. Блять! Конечно, упади и встань снова. Капец, конечно. Ловушки эти. Никуда не годные. Игра работает вообще нестабильно. Она, допустим, при загрузке, когда только запускаешь ее, она заподвисает. А все рекламы, которые показываются, она тоже подвисает. И игра снова свернулась. Не знаю, в чем проблема. Даже когда я загружаюсь после смерти, она просто зависает. И потом, когда она отвисает, уже просто как бы типа загрузилась. Короче, я не знаю, может быть, если я поставлю обычные полосы, а игра будет узкая, возможно, она будет лучше работать, я не знаю. Спасибо, я знаю. Блять! Это невозможно, просто настолько быстро перемещается. И повторить это нельзя никак. Спасибо, мне хана, да? А я живой. Вот у меня сейчас бомбить начало уже. Эта игра меня просто выводит. Уже выводит. Я стал очень быстро выводиться. Раньше у меня не так быстро бомбило, как сейчас. Не знаю почему. Потому что это наглость. Такие ловушки делать, которые обезряжаются за полсекунды. Если не успеешь, тебе хана сразу. Сделаешь один шаг возле нее, тебе сразу хана. Ну, разумеется, ты умрешь не сразу, а... Но... А, нет, не стоит, зачем? Там живые? Так, секунду. Да зачем ты кидаешь ее? А я не знал, как убрать ее. Видимо, никак. Взял, кидай сразу. Странный чердачок. Большой, походу. Опа. Замечательно. Окей. Хоть кто-то живой. И убежали. Я офигею, конечно, с этой игры.
Короче, если она еще раз вернется, я ее перезапущу. Ой, там печально все. Слишком печально. Я ее перезапущу с черными полосами. Если с черными полосами будет все хорошо, то я их оставлю. Как бы ты иначе. Игра просто, я не знаю, как она работает, по какому принципу. Если виснет постоянно. Виснет, сворачивается, подгружается полчаса. Может только у меня, так я не знаю. В окошко можно посмотреть, окей. Уберись, уберись, а... Ну что дальше делать? А можно мне выйти? Ой, бля! Как выйти? Как я вышел? З, С, С вышел, окей. Не знаю, почему С. На С у меня ничего нет. На С он ничего не делает. Спрятаться. Мне это не нужно. Окей. Что-то здесь есть. По-любому. Максимум спичек. Короче. Я буду поджигать тела. Возможно, с тела я буду получить очки. Потому что неспроста все это. Их поджигать можно, а спички-то у меня не кончаются больше. Можно и нужно. Докторишка ушел в ту сторону. Я, скорее всего, должен пойти за ним. Я, возможно, мог пойти другим путем. И прийти к нему. Все, он убежал. Ты где? Симмонс? Или кто ты? Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Лесли went through that gate. Mm-hmm. Опа. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Ха. Умный. Ничего не скажешь. А это для чего? Окей. Не взаимодействует ни с чем. Игра чуть-чуть подлагивает, FPS снижается, и тем более, что он сливается с FPS, который на заднем плане, который у вас будет виден. Не знаю, почему он двойной. Что за... Эти, что ли? Я просто как бы не смотрю, где какие ворота. Я думаю пока что. Двадцать FPS. Эта игра просто нечто, блин. Какие настройки не ставь, она все равно лагает. Мои системки уже просто-напросто не тянут. А может не стоит? У меня патроны-то не бесконечные. Ха-ха-ха. Ха-ха. Что прикажете делать мне дальше? Что мне делать? Куда идти? Не указано же нифига. Бля. Каким образом он спустился здесь, а? Я офигею, конечно. ППСик мой. ППСик. Я слышу. Из спины, и там к нему еще. Прорывай. Ну да, точно. Максимум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты, сука? Да убери нахер, а? Ни хера нет, спрыгивай. Он не хочет спрыгивать. На него я, конечно, не прицелюсь, я буду бить его вручную. Он мне, скорее всего, первый ее убьет. Потому что печки у меня нет. Да он не сдохнет. И тут дохренище, куда идти? Подбери и беги. А бегает он очень хреново. Маленько пробежится, и все, хана сразу. Сразу устает. Опа.
А, замечательно, окей. Я, конечно, подвис. А где и как мне выбирать, допустим, оружие другое? Какая-то ловушка здесь есть, короче. Короче, мой комбо, оно нагибает просто. Либо просто не активизирован, я хрен его знаю. Живой, что ли? Окей, я бегу. Со мной все х... Ты серьезно, да? Ты серьезно? Он вроде бы нормальный человек. Но меня он убил? Окей, окей. Как скажешь. Угу, конечно. Ключ давай, ключ. А откуда они пришли? Мне еще интересно. Патрончики валялись здесь. И, скорее всего, они валялись из-за него. Давайте, давайте. Взорвись. Дай мне топорик, дай мне патрончики. А ты вали нахер. Зачем ты, блять, топчешь его? Я еще выжил. Ой, капец. Топики, блять. Я тебя ненавижу. Что-то там можно было взять. Меня насрать. Как менять оружие, я не знаю. Тут только так. Ну, блядь. Нужно было просто один раз нажать. Запас два патрончика. У меня есть дроба, штука там всего два. Также. Лечение есть. А, требуется не лечение. Воткни, да, воткни. Нет, молодец. Он не воткнул. Хера себе, топорик. Аж сам весь в мясе. А почему его больше нету? Где топорик? Так, возьмем. Подожгем. Для чего, не знаю. Допустим, поджег я его. Он испаряется. Ничего после себя не оставляет. Я не знаю, для чего это нужно вообще. Для чего мы их поджигаем? Какой в этом толк? Короче, мой топорик пропал без вести. То есть одним ударом я его снес, и в то же время я топорик еще потратил. Что за бред? Почему так? Так, ты мудак. Ты знаешь, что с собой будет, да? Конец. Ему насрать вообще, в бошку попало ему. Видимо, его нельзя убить. Он отвернулся. Гениально, он отвернулся и стрельнул сюда. Мудила. Беги сюда давай, беги в сарайчик. Тут, конечно, свинюшки есть, но... Надеюсь, они внимание зомбикей... Зомбичей не привлекут. Так, тут еще есть бочка. Я вроде бы лечился. Лечение, скорее всего, меня не спасло, да? Меня сразу воткнули. Одним ударом. Взять, да? Бегут, твари. Зомбичей, зомбичей. Ловите. С тобой ничего сделать нельзя? Да и не нужно. Не зафил же я. О, полезная вещь. В данном случае. Колем, колем. Чё попало? Ну, в общем, в том месте прийти, видимо, нельзя. Мы, скорее всего, обойдем его. Я его порешаю. Так, патрончиков у меня стало больше. Один в обойме. Либо у меня их... Так, стоп. Для дробаша, что ли, патрончики-то были? Не, вы серьезно. Я взял два патрона, или больше. Или это были спички? Это были спички, да? Окей. Можно поджечь сено.
понятия не имею, для чего поджигать стены, для чего поджигаются монстры. Для чего? То есть, я с них ничего не получаю при этом. Они не возрождаются вроде как, и стены как бы никак не влияют на них. Короче, глупости какие-то. Какая-то хрень, капкан, ого. Так, детали ловушки. Короче, он обезвредил все сам. Я получил одну маленькую детальку. Короче, я могу здесь просто, видимо, гулять, да? То есть я хожу не в том месте, где мне нужно ходить. По сюжету. Я хожу там, где я хочу. Но при этом я не получаю ничего с этого. А здесь гуляют эти самые. А где спуститься можно? Где можно спуститься? Знакомое место. До свидания. До свидания. Мне придется обходить все это снова. Не знаю, много ли я получу при этом. Обходите места. Подобрать. А, бутылку что ли? Да нет, не стоит бутылочку подбирать. Ничего полезного я не нашел. Мужик, я же свой. Почему ты меня палишь? И почему тебя нельзя убить? По-моему, это нифига неправильно. Что? Что сейчас было? Тут, видимо, была ловушка очередная. Я каким-то образом спасся. Куда мне идти, я не знаю, потому что тут мужик пройти мне не дает. И убить его тоже нельзя. Или можно? Так, блин. Только вот таким макаром могу выбирать оружие. По-другому никак. У меня всего один патрончик. Ясно, понятно. Так, блин, путаю постоянно. Дробаш, да? Пойдем. Какой смысл? Куда мне идти? Что делать дальше? Кто мне объяснит? Устал он, да? Устал, конечно. Пробежал, все называется там, блин. Всего ничего. Вот там домик вижу. Фу. Живой. Ходи. Шум. А, шум, например, звук выбиваемой двери может привлечь внимание врагов. Я понял. Охренеть. Каких только монстров здесь нету, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще рычаг был, не знаю для чего. Обоих одним. Удачно встали. Теперь. Патрончиков в игре как бы вообще ограничено, да? Тут нужно выживать. Ты встал, да? Угу. Его не уронишь, ему насрать вообще. Тут рычаг был, не знаю для чего. Может, дверь закрывай, не знаю. Короче, так. Шкафы здесь неспроста. Чтобы я играл с ними в прятки. И уставал на полпути. Видите, да? Он так быстро устает, что просто капец. Играть в прятки вот таких игр я не люблю. Это не Outlast, поэтому... Да бери же ты. И бежим. Бля, не застревай. Не очень хорошее управление, скажу я вам. Ну, чисто для меня. Патрончиков бьют вообще в избытке просто. В данной игре все печально. И, по-моему, я... Нет. Мне, походу, показалось. Так, дверь заперта. Что творится? Что только что произошло? You're welcome to give it a try. Subject number is 43. Time is of the essence. It is imperative we find Leslie before synchronization achieved. Anything should begin experiencing a shared consciousness. Я птичку вижу. Так, можно залезть под кровать также. Minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. Короче, как я понял, над людьми проводили какие-то опыты, как обычно. Бывает у них в ужастиках, и
После опытов что-то пошло не так. Какая-то зараза пошла там у них. И все печально. Я не знаю, как мне нажимать так, чтобы он не выбивал дверь, просто открывал ее, потому что он... Ну, просто выбивает ее сам по себе. Куда идти дальше, я тоже не знаю. Я пришел, все везде смотрел. Этот путь меня никуда не привел. Так, у меня есть аптечка, да? Заптечка. Давай. Прям в себя. Прям в себя. Как иначе? По-другому ты не умеешь. Так, запас 3, запас 2. Сейчас он придет в себя. Все хорошо. Сам виноват. Какой-то штырь. Ближнее оружие, да? А, гарпун. Мощный гарпун для арбалета. Агония, которая пронзает врагов насквозь. Полезная вещь. Арбалета у меня нет. Еще одна хрень. Не знаю для чего. То есть там была, здесь есть. Как ее использовать, я не знаю. Возможно, я запер бы врагов внутри, обманув их таким образом. Как мне пройти дальше? Кто подсказал? Там мудак один. О, прикиньте, я прошел. Мне интересно, он вообще живой, нет? Судя по звукам, он не настоящий. А, то есть ты... Ты зараженный. А с виду был не такой, как казалось. Да поцелься ты давай. Он без башки вообще. Замечательно, патрончиков бы мне сейчас. Окей, окей. Несказанно рад вашим гранатам. Закрой дверь. Так, всякие ваши гарпуны. Места больше нет, можно поджечь? Нет, нельзя. Так, спички есть. Спички мне больше не нужны. Куда идти же, а? Там показалось мне, нет, я пошел. Нет. Блин, там горит все. Не знаю, что я делаю сейчас. Какого хрена вообще? Еще одно. Это, по всей видимости, какие-то ловушки, что ли, я использую. Ага, нихера себе. Понял, что он из себя представляет. Угу. О, замечательно. Так, дробовичок. Так как так, небольшая дальность, но широкая зона поражения. Это нам известно. Дробаш как-никак. Итак, у меня имеется граната всего одна, максимум 3 может быть. Так, 6 патрончиков, и тут всего один. Можно еще лечение сделать, но не требуется мне пока что. Окей. Там никого. Прятаться я не люблю вообще. Это не мое. Они наблюдают. Мы. Кент. А, мы бежим. Типа наливаем, не бежим. Ничего не знаю. Ничего. Без понятия. Вы лучше бы мне помогли справиться с ними. Только вот как? Понял. Ясно, для чего они поджигаются. Я поджег. Не очень вовремя, но подойдет. Теперь, каким образом их нужно открыть? Ну, типа... Maybe a chainsaw or something. Ты издеваешься, да? На поиски пилы, да? Я всю серию буду в одном месте бегать. Ага, замечательно, чё. Пойдем поищем, наверное. Где-то, я не знаю, где может быть. Хорошее местечко. Но бензопилы здесь нет.
куча очков, да? Косарь, блин. И статуэтка. Та самая. Может, я ее разобью? Что-нибудь изменится? Ничего не меняется. Ключ! Прикиньте, ключ! То есть, я такую же видел в начале. Если я мог ее разбить, я получил бы ключ. Но я не разбил ее, потому что я не знал, зачем это нужно. А они, оказывается, неспроста. Ну, конечно. Только вот, когда повторно видишь такое же, у тебя есть желание что-то разбить или испробовать. Капец. А вот, допустим, я спускаюсь вниз. В этом месте я не был еще. Вон там, чуть выше. На этом самом. Опа! Ты кто такой? Ты кто? А я-то слышал. Блин. Кого-то лишнего. Мне просто интересно. Это, видимо, неспроста. Вы прикиньте? Вы прикиньте? Но если бы я... Казалось бы, я мог просто забрать себе бензопилу, да? Подойти. Но нет. Я бы к нему не подобрался, если бы я не освободил его. И теперь мне придется его убить. Заиграл музончик. Мне хана, по всей видимости. Мужик, я тебя освободил. Я дал тебе свободу, а ты пытаешься меня убить. Это совсем не логично. Тебе так не кажется? Еще и левые пришли в гости ко мне. Вы мне не нужны. У меня тут всего один. Блять, дайте мне уйти хоть куда-то. Короче, меня зажали. В этой игре вообще нифига ничего не показано. У меня нифига не сохранилось. Я снова сбегал наверх, взял вещи. А мои патрончики, которые у меня были, их нету. Я, конечно, разбил ящики, получил маленько. Здрасте, здрасте. Да мне насрать на вас. Вообще чуть насквозь не ушел. Эта игра, наверное, будет самой сложной игрой в этом году. Мало того, что хоррор, так она еще сложная до чертиков. Просто капец какой-то. Вы прикиньте, то, за что он держался, я разрушил, а цепь даже не свисла вообще. И ко мне пришли гости на звук. Издевательство просто, а. В смысле? Ой, патроны потратил еще. Ты, конечно, встаешь, да? Пошли вы все. Блять, поджигай. Подходим, подходим, я здесь. О, замечательно. Мудила, сдохни. А теперь особый гость. Да беги ты, блять. Так, есть патроны, нет патронов. Пиздец, конечно. Кажется, я понял суть. Почти. Да мне насрать! Решил я спокойно встать пораньше, потому что у меня выходной понедельник, единственный. Решил записать спокойно несколько серий, пока у меня есть время. Этой серии мне хватило, ребята. Вот, блять, по горло просто. Игра невероятно сложная, она мне все нервы вымотала. Я понимаю, что это, возможно, не самое страшное, но
Я больше не могу. И не хочу пока что больше. В общем, извините, если я нифига не сделал в этой серии. Как получилось, так получилось. Надеюсь, в следующей я сделаю больше. В общем, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.